Всем привет! Друзья, сегодня я снова хочу предложить вам простой и легкий рецепт. Это будут сочные и очень вкусные яйца в помидорах под сыром в духовке. Звучит очень вкусно! Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте, и не забываем ставить лайки. Давайте начнем готовить! Для начала подготовлю помидоры. У помидора со стороны плодоножки срезаю шапочку. И теперь с помощью чайной ложки удаляю мякоть. Вы у меня спросите, что делать с мякотью. Я ее оставляю в холодильнике, использую для разных поджарок, соусов или просто посолю и съедаю просто так. Помидорки я все подготовила. Вот так они у меня выглядят. Я их поставила в форму. Дно формы я немножко смазала растительным маслом. Помидоры нужно немножко посолить и поперчить. Весь сыр я уже заранее натерла на мелкой терке. Свежий укроп мелко нарезала. На дно помидоров выкладываю немного сыра и немножко нарезанного укропа. В каждый помидор вбиваю по яйцу. Каждое яйцо немного посолю, поперчу, посыпаю свежим укропом и сверху все засыпаю сыром. Помидоры в таком виде отправляю в разогретую духовку до 180 градусов приблизительно на 20-30 минут. Помидоры с яйцом под сыром в духовке готовы! Вот так это все замечательно выглядит. Посмотрите, какая красота! Сейчас я один помидорчик разрежу. Вы только посмотрите, как это выглядит внутри. Сверху сырная корочка. Сочный помидор, яйцо, внутри вот сыр, он расплавился, он тянется. Настоящая вкуснота. Если вы хотите, чтобы желток был жидким внутри, то помидоры чуть меньше подержите в духовке. Блюдо получилось сочным, сытным и изумительно вкусным. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления блюда, и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!